Всем привет, друзья! И вот никогда я не касался темы волонтеров, особенно волонтеров на войне. Но вот сегодня решил, так сказать, высказать свое мнение. Сразу скажу, что за все 8 лет своего участия в войне, в общей жизни в Украине, за все 8 лет я не дал ни копейки, так сказать, добровольно на какую-то волонтерскую деятельность, особенно касающуюся войны. Вы спросите, почему? При этом я сразу скажу, что я считаю, надеюсь, что 90% из всех волонтеров это честные, порядочные люди, которые это делают не заради выгоды, а заради каких-либо идеалов. И вот смотрите, почему я считаю, что с одной стороны это волонтерство, это большая подмога, так сказать, в той ситуации, в которой оказалась Украина. А с другой стороны, это то же самое, что давать человеку рыбу, но при этом ломать те удочки, которые он пытается сам смастерить, и чтобы не зависеть от кого-либо. Вот объясню почему. Вот смотрите, при любой беде вырастает сразу армия волонтеров, очень огромное количество волонтеров. И вот смотрите, если бы в мирное время, когда затишье было в войне, вот эти все люди, тысячи, десятки тысяч этих волонтеров, а я считаю, что их десятки тысяч, приложили усилия, просто не собирая деньги и какие-то ресурсы с кого-либо, а просто приложили свои силы для того, чтобы давить на власть, чтобы она не разворовывала, чтобы контролировать эту власть, чтобы, по сути, держать на контроле каждую копейку. Если бы эти все волонтеры, которые, по идее, должны быть одной цели, объединились в одну организацию. Вы вдумайтесь, 10 тысяч, допустим, этих волонтеров объединяются в одну организацию. Да это похлеще советского ТРУ, какого-то контрольно-ревизионного управления. Никто бы не сравнился с этими людьми, тем более, что если они за идею. А когда вот беда возникает, ну, десятки тысяч этих волонтеров, только когда копейка живая, так сказать. Меня вот это всегда смущало. И я никогда не верил и не верю вот это, и не даю деньги свои это. Тем более, что с учетом того, что у нас официально собирают с каждой, грубо говоря, с каждой буханки хлеба, идет военный сбор. Мы, по сути, все волонтеры в Украине. Я лично считаю, что вот это мое такое мнение, я его считаю правильным. Вы можете считать по-другому, при этом я не хочу ни оскорбить никого. Я же повторяю, я надеюсь, что 90% волонтеров это порядочные люди. Это такой вот я оптимист. Хотя я скептик. Ладно, удачи нам всем.